сегодня проявляется патриотизм? Для меня боление за национальные команды по спорту. Наверное, это что-то внутри каждого человека, а патриотизм. То есть, а каждый сам для себя это решает. Я очень редко вижу проявление патриотизма, к сожалению. Ну, для этого не обязательно там говорить «я патриот». Нужно просто быть нормальным, честным и достойным человеком. Ну, вы знаете, ребята сейчас, в принципе, как бы нормально, патриоты наши. Вот, и ищут по местам боевой славы, смотришь, вот ходят, останки бойцов ищут. Ну, я считаю, что это нормально. Для детей это патриотизм, это мама и их там детский сад, допустим. Для более пожилых людей это Великая Отечественная война и память о них. Для там нашего поколения. Ну, по-разному, в общем.